Всем большой привет из Мариуполя. Артемка, я вас сниму, вы не против? Нет. Как вас зовут? Галина. Галина и Тая. Это родственники. Да, это Наташа. Да. А мама Артемки уехала в город. Фамилия, да. И с дедушкой. Мы им оставляем 5 наборов. Угу. Обогреватель. Артемка, смотри, что мы тебе привезли. Но это надо, чтобы вы помогли. Давайте. Смотри, давайте. Самое интересное здесь. Да, Тёма. Нет, вот так, подержите. Ага. Вот это для мамы. Угу. Это шарфик. Угу. А это, смотрите, люди высылали. Это разные посылки. Это не одна посылка. Понятно. Там носочки, новые трусики, вещи. Да, есть. Угу. А вот это две машинки. Угу. Тёма, и немножко вкусняшек. Как ты любишь, слышишь? Артём, это один мальчик. Его зовут Вова. И он тебе передал самые любимые свои машинки две. Угу. Чтобы ты с ними игрался. Мы их тебе туда положим. И там еще много вкусняшек всяких для Артемки. Они дома посмотрят. Посмотрят, все примерят. Понял. Скажи, что нужно сказать? Что нужно сказать? Скажи, Тём. Скажи спасибо. Не стесняйся, ты что, у нас вообще артист? А там и раскраски, какие-то карандашки, там и вкусняшек много. Так что посмотрим. Все у нас такое рисует и лепит, и все. Да. Скажи, Вова, спасибо. Вовчику передашь привет? Скажи, привет, Вовчик. Такой мальчик, как ты. Поставь немножко. Просто, нет, он просто кому передать привет не может сообразить. Да, его здесь нет. Да. Дети шану. Благодарят, я не успеваю снять. Так что всем спасибо. Да. Спасибо. Да, это просто вещи такие уже не новые. Спасибо. Там в основном все новые. Чтобы, как говорится, для Артемки. Спасибо. Артемка, большое. Пока, Артем. Артемик. Пока. Скажи спасибо хоть ты. Петушка, скажи спасибо. Да. Дай, петушка. Давай 5. Опа, молодец. Какой сильный мальчик. Да. Все, до свидания вам, всего хорошего, не унывайте. До свидания. Знакомьтесь, это Вадим Маркович. Мы снова на дачах, вы должны помнить, там, где в основном погорельцы, у которых все испорчено, имущество испорчено, мы оставляем 2 наборчика. Желаем им, как всегда, не унывать. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Мы очень благодарны вам за эти наборчики. Очень хорошие и с толком, с любовью подобраны. Хорошо, спасибо. Оставляем 4 набора без лиц, потому что не все люди готовы на камеру. Мы их понимаем. Да, вот дрова. Покупали дрова. Говорят, что очень большие очереди, нельзя просто взять и много купить. Да, это чистая правда. Еще один набор оставляем. Черные пакеты не очень красивые, но они самые прочные. Другие брали, постоянно рвутся, потому что очень тяжелые. Здравствуйте. А вам цена вам будет. Ой. А где ваш муж? Он же только что был. Да вот здесь она, обнимался. Ну давайте, Заря. Смотрите, мы нашли. Ой, нет. Электропростынь просили, мы нашли. Вы знаете. Заказали. Это я не знаю, как вам было. Все хорошо, не переживайте. Гендучи, вот пока я обогрею свою кровать, вот это тянет, и все. Все. Мы еще вам оставим обогреватель конвекторный. Ой, я не знаю. Потому что у них холодно и очень дорого покупать уголь и дрова. С дровами не важно. Нету дров, да? Есть, но не хватит. Очень, но очень мало. Я же говорю, я ложу, мне рубашку подарили эти. Ну, знаешь, сотрудница поделилась то, что могла. А у вас как дела с вещами? Вещи у вас сохранились, нет? Нет, вещи у нас ничего не было, но люди добрые дали. Да, я не могу. Так, 2 наборчика им передаем. Ой, я не знаю. Такое вам спасибо большое. Спасибо всем, кто высылает денежку. Вот люди очень радуются помощи. Всем спасибо, конечно. Но вот это я не знаю, за вот это... Очень просили электропростынь. У нас получилось найти. Я очень благодарна. Людмила Павловна, Леонид Алексеевич, мы с ними прощаемся. Дай Бог вам счастья. Спасибо. И здоровья. И вам здоровья. Здоровья, не унывайте, чтобы все хорошо у вас было. Они живут там. Это не их дом, они в чужом. Да, это нам. Нас что-то отпустили. Это от холода. От холода. Ну, всего хорошего вам. Ой, до свидания. Мы поедем дальше. Ой, я не ожидала. Такое счастье вы мне сделали. Мы еще проверим, как она. Расскажите нам потом. Ага. Хорошо. Я донесу до своего участка. Это наши погорельцы. Мы снова здесь. Мы раздаем. Спасибо большое. Пожалуйста. Большое. А у меня и дом разбитый, и дача разбитая.
Да, те тоже, да, здесь разбиты. Угу. Мы снимали в прошлый раз, да, да, скорее всего, осталось. Мы были с дочкой, но сегодня она на работе. А, да, точно, с дочкой, я да, помню. Да, да. Ну, всего хорошего вам. И вам тоже большое спасибо. Пожалуйста. И здоровечка вам, чтобы вы не болели никогда, и чтобы у вас было всегда на душе хорошо. От того, что вы делаете добро людям. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Мы у Светланы Дмитриевны. У них тоже с сыном сгорели квартиры, они сейчас вынуждены жить на дачах. Тепло у вас? Ну вот уголь же дали, и этот дрова он сын рубится, собираем. Пока тепло, не собираете, знаю, как зима, дрова? Хватит или нет, да. Это самое. А сейчас уголь дали, это бесплатно? А уголь это привезли 300, по 300 килограмм всем давали на двор. И, так, по 300 килограмм дали, а да, еще дадут? Нет, ну как обещали, но пока не, никто ничего. Значит, уголь будут покупать, по 300 килограмм раздали. Это первый раз такое встречаю, потому что дачный кооператив. Тут, видимо, руководство постаралось для своих. Ну да, мы жители. Мы приехали за 200. Это в Толоковке нам давали. Сережа, да. Возьми это, Сережа. Все, ну, наборчики. Наборчики понесли. Спасибо, Яна, спасибо. Пожалуйста. Ну, всего хорошего. Спасибо. Боже, до свидания. До свидания. Снимать, да? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Большое. Пожалуйста. За тот раз. Ничего, живы, здоровы. Ничего, да. Нормально, не унывайте, я смотрю, а да? Чего унывать? Молодцы, молодцы. А куда нам деваться? Да. Да. Вот Волгу им отдавали, помните? Ну, в пользование дали, так да. Что они... На прокат. Они на машине. Угу. Все, два наборчика вам. Ага, спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо вам большое. Саша, возьми. Да ничего. Все, и большое. Паша с нами. Паша, посмотри хоть раз в камеру нормально. Вот. Да, спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Спасибо и вам. Всего хорошего. Да. Все, спасибо, спасибо вам большое. Да. Ну, как-нибудь теперь попозже. Да, да, да. Спасибо вам устал, большое. Да, спасибо, пожалуйста. Большое. Тяжелый. Да, давайте на лавочку. У них немножко разбитые это дачи, холодные дачи. Да, Галина, ее муж Сергей. Ну, мы им оставим обогреватели, потому что очень холодно. Вы не можете достать. Все, обогреватели оставили. Все, Галина благодарила, я не сняла. Да, спасибо. Пожалуйста. Галина Васильевна, ну на камеру поздороваемся, люди должны вас увидеть. Все, мы оставляем наборы. Нет, это еще не все, будет еще. Три. В общем, там есть два человека, которые помогают устанавливать дверь, но они уехали за шурупами, да? Да, шурупами, да, они за шурупами или саморезами, за зачем-то. За саморезами они поехали. За саморезами. Вы же видели, там ворота открыты. Да, да, там были. Так что мы оставляем. Передадут. Да, спасибо большое. Пожалуйста, всего хорошего вам. И вам тоже всего хорошего, удачи вам во всем. Спасибо. Все, сейчас до свидания. Они, я же говорю, побежали, да. Это все. Ну, они вернутся, вы передадите. Ну, да, конечно, где я? Это набор. Ну, это ага, набор. Все понятно, есть, спасибо. Это вот попарить, это набор. Я хочу снова поблагодарить всех добрых людей, кто принимает участие в этом деле, кто высылает денежку, высылает посылки. Спасибо вам большое. Я желаю всем мирного неба над головой. Пусть беда обойдет ваш дом, а на столе всегда будет свежий хлеб. Это Виктор. Человек, как рассказывают соседи, трудолюбивый, но стоит на очереди на работу. Так что надеемся, что он найдет работу, устроится, все будет хорошо. А пока мы ему один наборчик оставляем. Виктор, пусть у вас все получится. Обязательно найдите. Дождитесь очереди, работайте, пусть у вас все будет хорошо. Пожалуйста. Молодая семья, у них двое детей, достаточно молодые еще. Мы оставляем им набор, потому что их нет. А обогреватели это другим людям передадут. Отдельно благодарю тех, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое. Всем пока-пока.